Специалисты национальной компании «КазАвтожол» и сотрудники ТУО «Кашсервис» совместно с представителями департамента полиции Жамбылской области провели акцию «Жолдах Абылдал». Цель акции – предотвращение дорожно-транспортных происшествий, то есть в ходе нее организаторы останавливают водителей на дороге и объясняют правила безопасности дорожного движения. Самая популярная причина возникновения дорожно-транспортных происшествий – это нарушение правил дорожного движения. Чаще всего встречаются несоблюдение скоростного режима, засыпание за рулем и многие другие нарушения ПДД. Также 10% аварий случаются по причине появления на проезжей части коров, овец, коз и прочей домашней живности в ночное время суток, оставшихся без присмотра хозяев. Халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол көлік оқиғасы. В целях предупреждения ДТП на автомобильных дорогах международного и республиканского значения и обеспечения безопасного дорожного движения на 460-м километре международного транзитного коридора Западная Европа-Западный Китай, проходящего по территории области, совместно с областной инспекцией департамента полиции и транспортного контроля проводятся профилактические мероприятия. Польза акции «Жолдах Абылдал» в предотвращении дорожно-транспортных происшествий огромна. Специалисты останавливали водителей на дорогах и проводили разъяснительную работу по соблюдению правил безопасности дорожного движения. Кроме того, представители соответствующего органа подробно ответили на вопросы, возникшие со стороны водителей. Ну, понял, что нельзя превышать скорость, но я вообще еду, не превышаю даже разрешенные 10 км относительно знака, поэтому соблюдаю точно знаки. Ну и всем рекомендую. Отметим, что за 5 месяцев 2024 года на автодорогах республиканского значения на территории Жамбылской области было зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий. 24 человека погибли и 196 получили различные телесные повреждения. Сара Абдиева, Адельжан Сайлобеков, Азамат Бескенов, 77 News.